Подожди, подписание договора в Евразийском экономическом союзе облегчит или все-таки не сильно облегчит общую работу, ну, например, в АПК? Должно облегчить. Ну как же, это направлено как раз на то, чтобы избежать каких бы то ни было осложнений, торговых войн. Понятно, что правовая система и правоприменительная практика часто, так сказать, очень долго состыковываются, но для того, чтобы что-то работало, всегда должно быть сначала сказано слово в виде документа. Вот этот документ и подписан. Теперь, значит, страны будут есть на что опираться, чтобы отстраивать свои отношения. У нас есть ряд союзных программ в сфере АПК. Какие из них сегодня себя лучше всего показали? В принципе, они все себя хорошо показали. Вот сейчас мы работаем над программой, только начали по... так, условно это называется картофель и топинамбур. Речь идет не только о развитии селекционной работы по этим двум культурам очень важным, но и получение фармацевтического продукта, и работ по созданию техник переработки этих продуктов и так далее. Сейчас отрабатываются вопросы, связанные с будущим. Надеюсь, нам все-таки удастся этого добиться. Программы по воспроизводству льняных изделий, льна вообще в целом, возрождение этой культуры, особенно в Российской Федерации, да и в Беларуси тоже. И опять речь идет не столько и не только о производстве этой культуры, сколько переработке. Поэтому есть у нас над чем работать. Какое значение будут иметь экономические реформы для развития евразийского экономического пространства? Ну, будет иметь значение ровно такое, как к решениям этого форума будут участники Евразийского экономического сообщества прислушиваться. Чем более внимательно будут прислушиваться к тем экспертным оценкам, которые на подобного рода форумах звучат, тем больше эффекта.